Ну что, братцы, весна, начинаю пчел потихоньку из зимовки доставать. Сейчас пойдем посмотрим, как они там. Вот по-русски говоря, им посрать надо сейчас, потому что они всю зиму не какали, блин. И у них там накопилось. И это самая главная такая основная причина. Вот, проблем с пчелами, если их вовремя не вытащить, они, короче, могут там обделаться и все тогда. Давайте посмотрим, как они тут. Вот, семейка у меня тут такая хорошая. Сейчас облетывается. Сегодня тепло, а завтра уже опять похолодание. Вот, сейчас их много было, вот они сейчас облетаются. Вот, завтра похолодает, они опять попрячутся. Я вот сегодня специально их выдергиваю. Там вот еще у меня уля. И сейчас они маленько тут успокоятся. Я днище буду им чистить. Потому что там на днище мертвые пчелы. Ну, это нормально. Я использовал вот эти ульи финские. Снизу заслонка. Я вот ее сейчас как прилетную доску положил. А там заслонка. Сейчас я туда вставлю обратно. И они всю зиму стоят с открытой заслонкой. И там сетка, и воздух идет. И они очень хорошо зимуют в таких ульях. И летом очень хорошо в них они себя чувствуют. Просто летом, когда уже температура жарко становится, просто эту заслонку убираешь, короче, и они все лето вот с открытым днищем стоят. Когда жара на улице, они прям себя отлично чувствуют. У них очень мало энергии уходит на то, чтобы проветрить ульи. И вообще прям мне понравились. Я, в общем, сейчас на вот эти вот улья перехожу полностью с открывающейся заслонкой, ну, с проветриваемым днищем, так называемым, да. И улья должны быть только деревянные. Вот, я еще буду записывать видосики по поводу пчел. В этом году, ближе к сентябрю, ожидайте мед натуральный от Лесогора. Он будет дорогой, потому что пчелы содержатся по экостандарту. Только деревянные улья, никакого сахара, никакой химии. Сейчас вот чуть попозже буду их обрабатывать натуральными препаратами, ну так называемыми. То есть все это делается из полыни, из хвои. Вот я хвою вот собираю, вот сосна растет, я ее собираю, сушу, делаю из них муку и потом обрабатываю пчел. Ну там еще много всяких приколов. Вот, и медочек будет, короче говоря, в этом году, может быть немного, но буду потихоньку начинать кормить людей хорошим медом ближе к сентябрю. А сейчас вот впереди сезон, и пчелы — это моя страсть, мое увлечение. Это у нас по роду передается. У меня дед пчеловод, прадед пчеловод, прапрадед, все, короче, пчеловоды были. Ну и я тоже вот. Вот, и сейчас вот я их достал. Семья хорошо перезимовала. Я тут экспериментирую. Кто-то на улице был, кто-то в помещении при температуре там 0 градусов. Но вот эта вот семейка, она такая бодренькая. Посмотрим, что дальше будет, конечно. И будем надеяться, что все будет хорошо. Здесь вот у них яблоня, она будет цвести весной. Они прямо с нее будут брать майский мед хороший. И будем его пробовать. Вот я сейчас днище зачистил. Убрал мертвых пчел. И вот они сейчас возбудились. Начали летать. Меня облепливают. Могут цапнуть, короче говоря. Вот это то, что вот за зиму подмор. Многие его собирают, используют там всяко. Ну, не знаю, может быть, соберу. Вот сейчас они тут летают. Ну, ничего, такая семейка бодренько пережила зиму. В общем-то, матка хорошая была здесь. Вот, чуть позже будем смотреть насчет матки. Сейчас надо им дать подкорм и воду. Сейчас пойду давать им, короче, пусть успокоятся чуть-чуть. Попробуем дать, потому что другой семье дал. Они нихера не едят. Видимо, вообще им может быть плохо. Из анабиоза не вышли. Может быть, вообще плохо перезимовали. Но это время покажет. Такова жизнь. Кто-то рождается, кто-то умирает. Но в любом случае жизнь должна продолжаться. Давайте, всем на связи. Ну что, друзья, пчеловодный сезон начинается. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комменты и следите, если вам интересно,
как обращаться с пчелами, да и сами заводите пчел. Это очень интересное занятие. И время, проведенное на пасеке, в счет пчеловоду не записывается, так говорят. Поэтому пчеловоды живут в среднем на 20 лет дольше обычных людей. И я вам всем советую переехать на свою землю, завести пчел, заниматься ими. Для того, чтобы семью свою накормить медом, вам достаточно 5 семей. А 5 семей, они вообще у вас времени не займут. Ну, практически там. Практически очень мало времени занимает. Я бы хотел дольше на пасеке времени проводить. И вот прошлый год у меня было мало пчел. Сейчас я буду наращивать поголовье, потому что, ну, действительно, это очень круто и интересно. Ну все, первый видосик в этом году по поводу пчел. Давайте всем на связи. Подписывайтесь, увидимся. С вами был Лесогор.